Он просто даже не успел. Бывали в аду. Ладно, ладно, дети, не надо много говорить. Не надо никому это пережить, да. Конечно. Не дай бог, кому это. В подвале просидели. Выжили в подвале. Ничего не видели, ничего не слышали. Загнали в подвал, сидите там. А вы по домам посмотрите, как вокруг. Мы тут сделали из поселка. И как мы будем возвращаться теперь сюда. Вот вам вопрос. Можно же? Кто ответит за это? Кто будет восстанавливать, а? А какой град размером, какой снаряд? Вон он торчит. Где? Вон, гляньте. Тут еще и бэк. Что просили у вас? Газовую печку. Мы отдали. Наши драться. Двух коров, трех убило вот этих теленок, мы их съели. Ой-ой-ой-ой. А сколько было стада? Не, стадо было где-то 40, а их тут 15 осталось. Телят было 8, осталось 5. Ну, собакам. Собаки жрут, а мы нет. Ну пока печку, думаю, завтра придут, холодильник заберут, телевизор. Мы Иванычу позвонили, говорю, Иваныч, что делать, нам убегать или как? Как их бросать? Он говорит, придут, говорит, мародеры, отдавайте, а другие тут убьют. Отдавайте отсюда. Ну, короче, мы отдали. Но мы не мародеры. Да вы свои, мы знаем.